Дорогие братья и сестры, поздравляем всех тех, кто сегодня сподобился причаститься святых, бессмертных, животворящих, христовых таинств. Каждое воскресенье христиане должны собираться вместе, потому что если мы не приходим в воскресный день в храм, мы постепенно охлаждаемся в вопросах веры, постепенно отходим от первоисточника жизни, от Господа нашего Иисуса Христа и погружаемся во мрак страстей, грехов и пороков. Почему? Еще Амвросий Оптинский говорил, от чего человек бывает плох? От того, что забывает, что над ним Бог. Вот человек забывает, или ему некогда, или лень прийти в воскресный день в храм Божий. Одно воскресенье пропустил, второе пропустил, третье пропустил. А по апостольскому правилу, напомню, если кто три воскресных дня пропускает божественную литургию, то там целое прещение и для епископов, для мирян, еще священник, епископ, мирянин, чтец, певец, пропускающий воскресную службу, невидимо отсекает себя сам от лона православной церкви и попадает во власть злых страстей и падших духов. Вот почему у человека уже склонности выпить, посидеть, поесть побольше, поспать. То есть такая ленность нападает на человека. И он потихонечку разрушается духовно, а потом и физически погибает. И вот сегодня в Евангелии, дорогие братья и сестры, мы слышали с вами эти всем нам хорошо знакомые слова. А без Евангелия не бывает ни одного богослужения, особенно торжественного. Поэтому приходили христиане в храмы Божьи для того, чтобы послушать Евангелие, помолиться Господу и исцелиться от недуг своих. И вот мы, приходя с молитвой об исцелении своих духовных недугов и телесных болезней, должны не просто слышать, но вслушиваться в Слово Божие и, выходя, стараться его сохранить в своем сердце. И вот на сегодняшнюю литургию положено чтение Евангелия от Матфея, в котором мы слышали эти такие слова. «Много званных, но мало избранных». А кого это касается? Это касается прежде всего всех людей. Господь зовет всех под своды своих божественных храмов. А где все? Зовет-то многих, а мало тех, которые приходят. Спаситель зовет словами: «Придите, пейте от нее все эту кровь моя, тело мое, которое за вас предается во оставление грехов ваших». Все Христос зовет. А где все? Где все? Зовет многих, да мало кого избирает. Вот Господь зовет, а избирает далеко не всех. И мы потому должны помнить, дорогие, что избранничество не всегда Богом определенное, а нашей благой волей, которую не неволит Христос. Ты не хочешь? Не приходи. Тебе лень прийти в воскресный день на службу? Поспи. Ты хочешь побольше, повкуснее поесть? Поешь. Ты вчера поздно лег спать? Ну что ж, выспись. Раз, два. Но только не охладевай сердцем своим. Только не забывай о Боге своем. Потому что как только ты немножко поспишь, немножко полежишь, и как тать придет на тебя вся скорбь твоей земной жизни. И безработица, и болезни, и раздоры, и скандалы. Ты все это будешь переживать, но я этого не хочу, поэтому и зову тебя к себе, человек. Услышьте меня, придите, поклонитесь святому Христову воскресению, живите в своей жизни так, как вы хотели бы жить, потому что без Бога ведь вы никогда не сможете жить счастливо. Без меня ни часо же творить и не можете. Вот почему Господь зовет всех, слышат немногие. Но те, которые и приходят, сегодняшнее Евангелие очень для многих из нас может стать серьезным уроком. Сегодня Христос привел удивительную притчу о Царстве Небесном, которая подобна человеку-царю, который устроил огромный пир, накрыл на стол все, что упитанно и заколото, и позвал званых: «Пойдите, позовите тех, которых я избрал». То есть Господь даже особенно зовет кого-то из тех, которых избирает. Но те говорят: «Я купил землю, другой пять пар валов,
Но третий вообще женился. Ну, понятно, что теперь ему не до службы, не до пира. И вот Христос, приводя эту притчу, говорит о глубоком размышлении для каждого из нас. «Тогда господин пира того говорит своим слугам, пойдите и соберите всех, кого найдете, потому что, ну, стол накрыт, тельцы упитанные, заколоты, ну, не может же пропасть то, ради чего я все это приготовил». И пошли слуги его. Под слугами мы понимаем ангелов, которые пошли и пригласили и добрых, и злых, там всех собрали. И вот, казалось бы, радость такая, этот пир наполнился людьми. Столы уже не имели пустого места. Но вот удивительное место в Евангелии, которое я хочу вам прочитать. «Царь, войдя, посмотрел возлежащих и увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Смотрите, оказывается, даже среди тех, кто оказался на этом званом пире, это еще не гарантия, что ты на нем останешься. Что значит позвать? Что значит прийти? Что значит откликнуться? Господь позвал нас, и через веру наших крестных родителей, родных родителей, или по нашей вере, мы приняли крещение. Вот это уже избранничество Божие. Каждый, кто освящен таинством Святой Церкви, Святого Крещения, он слышал слова или помнит, а может быть и должен знать, «Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися». То есть мы облеченные, облаченные в одежды Христовы. А что это за одежда? Что это за одежда Христова, в которую мы одеваемся? Потому что пришел царь и говорит: слушай, ты не в брачных одеждах. Друг, как ты вообще тут оказался? Среди тех, которых я позвал, то есть среди тех крещенных, которые пришли в храм, а как ты тут оказался? Почему ты не в брачных одеждах? А что это за одежды? Одежды, в которые облачает нас церковь, младенцев в чистые белые рубашки. Это не просто внешняя символика. Это символ чистоты, святости и любви. Мы знаем, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Вот главная одежда Христа, во что Он был облачен, в любовь. А во что облачены мы с вами? И не растратили ли мы с вами те святые чистые одежды после крещения, в которые нас одела наша мать, православная церковь? Давайте зададим себе именно этот вопрос. А может быть, мы стоим пред Тобой, Господи, внешне одетые, а духовные одежды в лохмотьях? Мы осквернили свои одежды грехами, злобой, осуждением, ненавистью, пересудами, себялюбием, тщеславием, объедением, пьянством, сквернословием. Сколько мы осквернили раз одежды святые, которые нам вручила Церковь. Как же мы входим в этот святой храм, на пир с таким одеянием? И что нам делать? Почему господин Пирос его так удивился? Дело в том, что на Востоке была и сейчас в отдельных странах существует такая традиция, когда при входе прямо у еще одной комнаты есть помещение, где всем странникам, может быть, истрепавшись в одежде или в обуви, выдают новую чистую одежду. И войдя на пир знатного человека, нельзя войти в лохмотьях, надо переодеться. Надо в отдельной комнате уделить этому внимание, умыться, привести себя в порядок и войти в чистых одеждах, которые там выдают. Вот какую одежду выдает церковь при крещении. Каждый из нас был в этом притворе, был в этой комнате, где нас готовили к этой встрече. А потом этот человек зашел, а одежда у него грязная, в лохмотьях. Он либо растратил, либо даже не хотел переодеваться, входя к этому почетному господину. И чем же заканчивается сегодняшнее Евангелие? Тот человек молчал, он был безответен. Почему? Потому что там уже не будет: «Господи, прости». Почему? Ты пришел сюда, в Царствие Небесное, в Царствие Бога Своего, в этих лохмотьях грехов, пороков, страстей, не очистившись, не омывшись, не переоблачившись, войдя на такой званый пир,
где сидят те, которые понимают, среди кого и к кому они пришли и где оказались. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, да мало избранных. Этими словами заканчивается сегодня евангельское чтение. Но церковь дает нам удивительное таинство переоблачения, таинство исповеди, таинство покаяния, в котором мы можем сказать, Господи, дашь мне одежду светлую, ризу мне Твою, Господи, дашь светлую, облачи меня в одежды света, любви, добра, милосердия, заботы о ближних. И мне сегодня хотелось бы просто из послания апостола Павла Колоссянам прочитать одну очень важную цитату. Во что апостол Павел предлагает нам облачаться? Вот сегодня мы поговорили с вами об одеждах. Давайте запомним, а я прочитаю Колоссянам 3 главу, а вы дома, если хотите, перечитайте. Это будет вам, если хотите, предложением лучшей одежды. Апостол Павел и пишет, о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. В смысле умерли для греха. Когда мы с вами крестились, мы словно умерли в ту греховную жизнь и возродились в жизнь новую. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, вот здесь я повторю дважды, более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны. Более же всего облекитесь в любовь. Вот прошу вас, дорогие, словами сегодняшнего прочитанного слова. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших любовь Божия и мир Господний, к которому, как пишет апостол, вы и призваны.